Штатский, спасибо большое за донат. Колизей, серьезное название, конечно, для песни. Тарелка без бочки странно звучит, если честно. Типа вот это. Акцентные тарелки без бочки странно звучат в основном. Ну, кроме чайной в адском металле. Но не уебана, да. Ну, тут то же самое, что все барабаны чуть портят. По дням. Да не то, что теперь, я то так-то сяк приветствую. Ну, я типа либо около 10 утра, либо 10 вечера МСК подрубаю, вот так. Обычно. Сейчас оказалось удобно утром. Ебать, сколько стрим идет уже, ни хрена, я даже не заметил. Ну блин, ребят, да. 7 часов. Врать не буду, скучал по вашим задницам. В этом, как вы понимаете, моя суперсила и мое главное проклятие. Моя сила — это мое проклятие. Я незатыкаемый пиздобол. Я не устаю вообще. Ну, простоватая песня эта. Вот это, мне кажется, странно звучит, что просто тарелки без нихуя. Тарелка, как говорится, без бочки. Пивной. Нахрена тогда жрать из нее что-то? Тарелка без бочана. Это просто посуда. Реально, барабанщики же рофлят постоянно над тарелками, называют их там типа кухня или еще что-то, типа тарелки. Вилками по ним играют, да? Вилка в жопе обычно. Или в глазу, кто как выбрал. Этот скучноватый, на самом деле, трек. Для такого названия даже жалко. Он какой-то... Ближе к Думу, типа, да? Нормальный, но... Такой, да, типа, мало чего происходит в нем.